На данном этапе изолировали все деревяшки, обязательно это базальтовый картон, шестерка плотная, которая идет 6 мм, и от USB керамическим волокном отгородили защиту, такую термо поставили. Дополнительно поставили сюда этот утеплитель, который вам рассказывал, Rockwell Fire Rock, со всех сторон. И расстояние между трубой и утеплителем заизолируется басфайбером. Утеплитель 800 градусов он выдерживает. А здесь таких температур не может быть. Наша задача, чтобы он минимально передавал тепло на наружные материалы. Потому что здесь везде рядом дерево. Потому что мы ограничены были в расстояниях. Но, слава богу, все получается. Поэтому от этого зависит узла очень много. Если хотите, чтобы качественно стояло у вас труба, чтобы вопросов пожаробезопасности не возникали, надо изолировать как положено. И использовать только материалы сертифицированные, которые применимы именно при высоких температурах применения. Все. Остальные варианты я вам уже покажу на крыше, как буду делать со временем. Сейчас изоляция полностью выполнена. Поставили крепление скрытое. Бабочка стоит. Крепится к самой кровле, под нижний ряд, к деревяшке. Обязательно ни в коем случае, еще раз повторяю, золотое правило. Дерево, металл в дымоходах нигде не соприкасается. Все. Труба стоит четко, ровно. Она не двигается. Никакой ветер. Никакая вьюга здесь уровень нам не изменит. Поэтому я очень отношусь к этому как бы щепетильно. Для меня уровень — это очень важно. Потому что когда вы видите кривую трубу, то сразу можете сказать, кто вам ее монтировал. Профессионал или нет. Все, так выглядит сейчас эта работа. А теперь начинаем кровельный проход клеить. Снова же. Есть особенности, секреты. Обязательно поверхность должна быть сухая. Как вы это добиваетесь? Ну, это ваше полное право. Горелкой, не горелкой. Очень много фена, способов прогреть кровлю. Ну, не металлочерепица, а мягкая кровля должна быть сухая. И кровельный проход крепится уже к сухой кровле. Еще раз напоминаю для тех, кто собирается сам монтировать кровельный проход в битную черепицу. Эта поверхность должна быть сухая. Не важно, сколько у вас снега лежит там. Тонна, 2-3 на крыше. 10-20 сантиметров. Вот сюда приклеивается мастер-флэш. Вот это сюда заводится верхний ряд кровельного прохода. Вот под эту черепичку, под верх обязательно. И здесь то же самое под нее. Вот сюда клеится герметик. Видите, вот это мокрая поверхность, вот это сухая. Обязательно необходимо просушивать мягкую кровлю. Поэтому если вы этого не сделаете, то возможно какие-то проблемы будут. А может и не будет, как повезет. Но я гарантирую работу, поэтому не могу делать лишь бы как. Потому что гарантия есть гарантия. Имя заработать очень тяжело, а потерять очень легко. Все. Работаю, вы смотрите. Вот так выглядит наша работа, которая закончена. Кровельный проход. Сейчас подойду ближе немножко, покажу, как сделано. Метровая половинка и еще 25-ка. Труба жестко за счет скрытого крепления стоит. Поэтому ни влево, ни вправо она не ходит. И по экрану, по кровле не будет стучать. Теперь смотрите, что я вам говорил. Неважно, как, в каких условиях вы работаете. Мягкая кровля, под нее нужно заходить вверх кровельного прохода. Да, он заходит, все, здесь стек пошел. Единственное, что здесь можно было бы доработать, но это не зимой делается. Вот эта вот черепица, она ровненько по радиусу обрезается. По кругу так вот обрезается, тогда вообще претензий никаких нету. Тогда работа идеальная вообще. Что кровлю зимой, когда работаешь, она просто ломается. А нож ее не режет, она очень твердая. Все, и здесь дополнительно по краям герметиком. Все проработано по кругу и кровельными саморезами. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment By. А в следующем видео смотрите, как я буду запускать эту печку, которую дымоход сделал пламя Тена. Очень она мне понравилась, но я вам расскажу почему. Все, пока.